вот, раскадровки, да, вот как это делается профессионально. А потом всякие, вот как вот есть основная тема, да, а потом надо в это целое натащить какие-то образы, которые все переплетется. Там, ну, там была особая своя идея у них. И вот, а я была в это время в гостях. Вот честно, у меня никто специально на съемки не звал. А у нас со Светой вот оно как-то так. Она в этом меня понимает очень. Она говорит: слушай, а что ты зря, давай честно мы тебя снимем. Почему зря-то? Я говорю: хорошо, отдыхаю. Мы там с ней давыдовный чай пьем. Вот. Все отлично, да. Вот. Но оно, я тоже падкая на всякие приключения, сказала: да-да-да. А так в чем заключался вопрос? Я не знаю, тайна это или нет, но я скажу, думаю, ничего страшного. То есть они снимали все, весь клип, на Влад, господи, в Ёрмале. В Ёрмале, вот там вода, которая есть, это Ёрмале. Там начало клипа, я выхожу в каком-то бешеном чем-то, шляпе пальто там, фрисайз, и ящик какой-то, да, на побережье нашла. Побережье – это наше Ладожское озеро. В связи с возрастом, дожите. Даже без всякой пандемии я сказала: девочки, ну я прошу прощения, у меня там дома, еще где-то, и на работе, и еще всего, я до Ёрмалы никак. Ну как бы. А Света уже если завелась, так, мы сейчас найдем тут. И ночью, я не вру, в 4 утра, то есть ночью придумывали, в 4 утра мы оказались на этой Ладоге. Ну бак, я думала, может, надо было в Ёрмалу. Ну ничего. Короче, вот мы на этой Ладоге набегали вот то, что там снято. А девочка, которая снимала, она говорит: да им не надо ничего расписывать, они что-то сыграли сразу, все, говорит, там, и сейчас мы под это сделаем клип. Что-то так вот. Я помню такое, думаю, а, ну значит, правильно я все делаю. Вот, но мне пришло в голову, что если я использую свой, ну, навык, допустим, техники пантомима, да, которой я занималась там в свое время профессионально, то это будет очень необычно, и даже за большие деньги сейчас делают такие клипы, там, да, какие-нибудь Киркоры, там где-то, ну, там все в перьях, там, я не представляю, сколько миллионов на этом, ну, прошу прощения, тратится, но она, нет, есть клипы красивые, но я сейчас не об этом. Вот, а там, ну, я подумала, такое есть, у Светы все разные, мне вот потом очень понравился в белом. Какая песня была? Река в белом плаще. А, нет, белом с мальчиком. Пальто. Да будет свет. Да будет свет. Да будет свет. Да будет свет. Да. Потрясающая, я считаю, работа во всех смыслах. Вот, она, конечно, чистая, она локальная, она такая, у нее такое проведение изящное, в отличие от нашего. Но я куда вписываюсь, я там по-любому начинается театр. Хаос и безобразие. Вот. Но поскольку она это не просто допускает, а любит это еще, она говорит, мне вообще, я когда комплексовала, что там это не умею, говорю, может, будем писать там и все, потом кто-нибудь, сын проснется, у меня уже нет, говорю, надо мамашу тексты записать, пусть будут стихи. Вот. Она говорит: ты что? Вот, так что это вот, ну, хочу заодно сказать, что это ей спасибо большое. Да. Ну, она вот не просто что там поверила и говорила: ты попробуй, что выйдет. Она вот как-то просто сразу сказала так убедительно, типа, да имеющие уши услышат, она сказала, что-то такое. Я подумала, ну, раз Света так говорит, может, что-то мне поделать еще дальше. Ну, как бы музыкальные люди же профессионально этим занимаются много лет. Вот, и сказала: и ничего не меняю, вот так все неправильно делаю. Но я сейчас уже не так неправильно, кстати, все делаю. Даже хотела, но уже, я уже как бы, годы идут, и ты там что-то выравнивается. Хотя я внутри себя, наверное, претендую на как он называется, на грув, такой, знаете, есть музыкальное такое понятие. Вот, но меня недостаточно по образованию, по музыке, чтобы с этим совпасть и так работать. Это я уже точно не успела. Вот. Но мне очень нравится, поэтому мне не очень хочется. Я обалдела на прошлом концерте, когда Валера привел меня в рандом. Надо это как-то менять, а то это закрепить. Потому что...
Да, спасибо вам большое.